сформировать команду, которая может сделать дизайн, архитектуру устройства, то перед нами стала другая достаточно сложная задача – найти компанию, которая сможет организовать массовое производство нашего телефона с достаточно высоким качеством. И это была очень нетривиальная задача, потому что я потратил достаточно большое количество времени, объездил большое количество фабрик и различных так называемых ODM-партнеров. Вот, некоторые с нами вообще не хотели разговаривать, потому что какая-то маленькая компания с каким-то непонятным устройством. Некоторые просили какие-то сумасшедшие объемы сразу, чтобы вообще заняться нами. В общем, это была очень достаточно сложная, нетривиальная задача, чтобы с маленькой компанией в России кто-то стал работать. Причем работать не просто вот взять какую-то модельку и сделать,